Прокурором Тверской области дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели 6-летнего ребенка, которого загрызла собака. По предварительным данным, мать ребенка занимается разведением собак. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Калининского района Тверской области и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.